Привет всем, продолжается прохождение игры Medium. Тхе. Дальше поехали. В прошлый раз мы убежали, вставили все лица, убежали этого мудака. Иначе его не назвать. Что это за вообще? Это она, тем более. Она хочет примерить меня. Ну, совсем уже охренела. Почему так тихо? Немножечко. Ах, ну да. Ну да. Давайте я сейчас это все пройду сам, потому что я помню, что я здесь это уже все проходил. Если ничего не путаю, сейчас одну минуту я посмотрю, то это вообще или не то. Да. Давайте. Ричард не здесь, сейчас вернусь. Так, я нашел вторую часть этого произведения, но. О, ага, значит, тут еще и второй нужен. Я понял. Хорошо. Дальше поехали. А теперь стало сильно громко, и я теперь уже не слышу самого себя. Это печально. Так, ну вроде бы я все уже обошел. Нет, не все. Это мы уже читали. Вот теперь вроде бы как все. И в эту комнату мы уже с вами не заходили. Если меня память не изменит. Ну, мы... Да, тут она ничего не говорит. Это я помню. Это у нее глюк какой-то произошел. Все, давайте осматривать. Так, что это такое? Чувство, говорит, одиночество от него. И что? Я понял, это вообще на какую-то губу похоже, верхнюю. Но это какая-то чайка или что-то вроде того. Хорошо. Хорошо, ладно. Что мы еще здесь можем? У меня есть один и есть три. А где номер два? Это я про ноты, если что. Так, хорошо. Давайте покрутим его. А чё, покрутить нельзя? А чё? Ну, это вряд ли. Ну, я понял. А между тем, в прошлой серии мы узнали, что печаль, которая вот эта безрукая маленькая девочка, как же вы напугали меня. Лилиана ее звать в... Оп, ну вот еще сюда, по-хорошему. Бля, не надо. Не надо. Нет. А все? Я заблудился. А тут еще у нас дверь, которая нахрен закрыта. Да, опа. Болторез. Нет. Болторезом не хочет. Это плохо. Что в центре у нас? Ух ты. Есть что-то полезное вот на этом столе? Прям конкретно. Так вообще же ничего нет. Это плохо. И что делать? Все. Поделано. Поиграно. Я больше ничего не вижу, где что можно осмотреть. Разве что вот этот вот стулик. Так и тоже ничего. Сверху? Нет. Опачки. Так я это уже слушал. Around, ну вот. Да, это мы все уже видели и слышали. Хорошо, прекрасно. Что здесь? Стоп. Вот эта дверь меня интересует. Она типа как закрыта, но... А ничего. Тут уже делать нечего. Ладно, я в замешательстве. Я абсолютно не знаю, что теперь делать. Пошли обратно попробуем. Может, чего тут? Поглядим. Ноты-то мы нашли, это все. Опа. Нет? Так вообще ничего. Из этой дейрум она выйдет вообще? Комната отдыха. Нет, не выйдет. Ну и хорошо, что нас оттуда отрезали. Бляха жмуха, что делать? Стоп? Нет, не стоп. Ладно, сейчас буду, судя по всему, разбираться, потому что, ну все. Поделано. Ставить глобус нечего. Контрольный забег. Что тут? Ничего. Да вообще ничего нет. Ладно, я буду бегать сейчас сам, потому что, ну, ё-моё, сколько же я могу. Закрыто. Я очень рад, что закрыто. Оттуда не пройти никак. А можно как-то выйти из этого грёбаного мира духов? Стойте, подождите. Подождите. Вот сюда дальше никак не пройти. Так ведь не... А, ну конечно, там все закрыто.
Закрыть сами. Ладно, все, я в замешательстве. У меня появилась офигительная идея, не знаю, насколько она правильная. Ни в какие прохождения я не смотрел, но мы же с вами умеем выходить из гребаного тела. Ну конечно! Конечно умеем! Господи, боже мой, что это такое нахрен? Это что? Что это вообще? Экватор говорит. Ну и ладно. Так, только не распадайся, я тебя прошу. Что тут такое опять? Давай проверять срочно, быстро. Как можно тут сфокусироваться? Быстрее. О, да. Да. Конечно, тут что-то есть, но не в нашем мире. Я тебя понял. Это все, зачем я сюда пришел? А, нет. Нет, все. Ну и что за бред? Ну, ё-моё. Зачем я... Что такое? Это у меня глючит или что? Тут же можно что-то сделать, нет? С воспоминанием. Ну, бляха-муха, такая замечательная идея. Не говорите мне, что это все неправильно. Это будет печаль, беда. Итак, что я взял? Я взял... А, господи, я взял! Я взял от глобуса экватор. Ой, баран. Наконец-то, наконец-то до меня дошло. Господи, ну я прекрасен. Я прекрасен, меня осенило. Чё я себя ругаю? Наоборот, надо себя хвалить. Я великолепен. Царь и бог. Дальше. Экватор. Ну, конечно. Конечно, естественно. Я что теперь должен сделать? Ой. Ой, о, ненавижу. Боже, как я это не... О, да. Это мы с вами надолго, ребята, застряли. Это чисто вот... Я все собрал. Я молодец. Так, ну то есть это идет только тупо вверх. Это значит... Боже мой, как сложно. Это что, глаза? А, это глаза! Господи. Глаза, нос, рот. Так, это только наверх, это вниз. Ну да, конечно. Сейчас накрутим что-нибудь. Это вверх, это вниз, отлично. Теперь это получается вверх. Ну вот среднюю, среднюю. Она не хочет, чтобы я решал. Она не хочет, чтобы я... Вот. Изи. Нет, не изи. Изи. Морду давай. Бог ты мой. Охренеть. Ладно, давай сюда. Вот есть выход, правильно я понимаю? Это выход? Или нет? Ну вот интересно мне просто. Интересно, дайте я на секундочку. Ой, сохраняга прошла. А ведь выход! Ведь выход, конечно! Ладно, дальше поехали. Не знаю, один ли там путь или несколько, но по крайней мере один рабочий. Есть проход. Дальше прохода нет, хорошо. Ой, как замечательно, дело движется, движется, дело, рояль. Ну сфокуси... Охренело совсем. Я понимаю, что тут нужны эти, у меня нету. Нету у меня третьей части, какого хрена? Так. Что это такое? Хорошо. I love this melody. It reminds me of my childhood. At least the good parts of it. But the bad parts, they're always there. Естественно. Aren't they? You're a very smart girl, Lily. You know that, don't you? You're special. Her voice, is that? Печаль, да. Только звать ее Лилиана, если что. Ты уже должна была это понять, но серьезно. Я очень рад. Господин, кто уж ты? Стойте, стойте, подожди. Ключ. Изи. Знаю, от чего ключ. А может ты посмотришь на эту девочку, нет? Тебе не интересно? А мне очень интересно. Руби. Может какой-то шорткат? Давай. Сейчас скример, на нахрен. Хорошо. Потрясающе. Куда мы вышли?
А вышли мы с вами в главный зал, это просто чудесно. Это великолепно, господа. Здесь дверь. Дверь, за которыми будет что? Правильно, ноты. Ну, все, отлично. Открывай ворота. Опачки, папулечки. И все, из тела выходить не надо. Ну, конечно, естественно. Забирай кружку. Что это? Ручка какая-то фирменная. Come on, Richard. You were always there when I needed you. Let me return the favor. I don't know, Thomas. What about my work? The university? Richard, I know they kicked you out. I'm guessing you finally managed to piss off the right people. Stay with us, old friend. Do it for me. For them. So, he brought him here. Wonder who he meant by them. Ради детей каких-нибудь. Ну, хер его знает. Ладно. Так, здесь должна быть какая-то памятная вещь. Во-первых, ох, как их тут много, ё-моё. Кто это такой? Это у нас... Да, да, не туда, алло. Так, начинаются сложности. So, that's how you found him? Yes, he was just lying there. Он? Mr. Rekovich? I'm sorry, he was a friend. Это Томас Рекович. Правильно я помню? That's not true, Thomas. Ах ты ублюдок! Deserved it. Какого арх... Что? Какая-то шняга. Какая-то шняга. Как только он обучился, обручился, мы почти перестали общаться. Теперь, когда вспоминаю об этом, мне кажется, что я ревновал. Опа. Он больше не принадлежал одному мне. Со временем я привык к ней. Она поражала и красотой, и интеллектом. В конце концов, я смирился с тем, что он нашел настоящее счастье, настоящую любовь, крепкую, чистую. Настолько чисткая она вообще могла быть. В любом случае, я был ему больше не нужен. Голубой, что ли? Когда появился проект, который почитался как Нива, я сделал все, что в моих силах, чтобы он получил то, что хотел. Хотя я знал, что это лишь больше отдалит нас. Я хотел для него самого лучшего, я любил его как родного сына. Нет, ладно. Если ты в этом плане, тогда все нормально. Наконец-то. Ура. Ура. Я молодец. Валим нахрен. Сохранение прошло, это просто чудесно. Только не говорите мне, что эта козявка сейчас придет меня тут убивать. Но я не выдержу. Тут 3 на 3, бляха-муха. Как, куда тут? Дальше некуда просто. Мне его сюда. Херач. Валим от этого нахрен. Достало это уже. Только не надо говорить, что сейчас надо еще провернуть что-нибудь. Где я? Потерялся, блядь. В двух соснах потерялся. Итак, поехали. Куда мне сейчас? Опачки, папулечки. Хорошо. Изи. Изи. До свидания, ублюдки. Валим нахрен с этого этажа. Как это прекрасно, а? Ух, не надо сейчас. Что тут капает? О, боже мой. Один этаж краше другого. Это что за ктулху? Там вы видите эту руку? Охренеть. Охренеть, мурашки по коже. Какого хрена тут происходит? Может, обратить на нее внимание? А, не обращает. Да и ладно, нахрена надо. А, блядь. Стрёмно-то как. Чё-то страшно мне. Страшно. Это что за алтарь? Алло. Так, ну сначала сюда. Легко. Я понял, кажется, как это работает. А диалог будет сегодня? Алло. Richard, my arms are getting tired. You've been driving for hours. Это печаль. Это точно. Almost done. You know, Lily, you remind me of someone. Какую? A girl I knew when I was very young. Did you love her? А то. Yes.
Да-да-да-да-да, расскажи. Да-да-да-да-да. О, да! Ричард. I'm getting a weird vibe from him. Грёб, педофил! Педофил! Что-то еще. Вот ты урод, блядь. Точно педофил какой-то конченый тварь. А может, он ее изнасиловал? А интересно, где на картине грёбаная Лили? Вы видите? Я вижу, что там только две горы какие-то. Сиськи, что ли, рисовал? Ну, вообще, бред. Ладно. О чем это я? Зачем я вообще сюда пришел? Мне казалось, что что-то лежит. Не надо. Нахрена оно мне не надо? Мне не надо это, я уже все понял. Ричард какой-то был... Педофил, короче. Все было кончено, от меня фактически отказались. От меня, Ричарда Тарковского. Мои работы прославились по всей Европе. Критики говорили, что мое воображение не знает границ. Мое имя было синонимом изящного искусства. И все это ничего не значило для канцелярских крыс. Я для них лишь был лишней ответственностью, источником опасных либеральных идей. Господи, я читаю быстрее, чем мой язык может. Я чувствовал себя преданным и опустошенным. Я должен был уехать, я должен был покинуть этот мерзкий город. Еще мне очень нужен был друг, и я его отыскал. И я знал, что несколько месяцев назад он потерял жену. Тогда я решил, что не стоит его беспокоить, пока он в трауре. И теперь я боялся, что он затаил на меня обиду. Обиду за то, что я не поддержал ее в самый тяжелый момент. Блять, конечно. Но все вышло с точностью наоборот, он меня приютил. Какого хрена тут происходит? Ну и чего? Дальше куда? Я уже все осмотрел, кажется, нет? Да, как бы не так. Опачки, куколка. Так, идем сюда. Вот и все. Aren't you a bit old to be playing with dolls? Here. I bought it especially for you. Oh, a ribbon? It's beautiful. Thank you, Uncle Richard. Good pedophile. Here, let me. On the other hand, why don't you do it yourself? Ah, what was that? It's like something. Проснулась мне, что ох ты ублюдок. Проснулась, блядь. Встал. Ладно. Так, я вижу, что улетают эти букашки туда. Я даже эту не буду использовать. Рассказывай. Тут что-то есть? Нету. Хорошо. Проснулась, бляха-муха в нем. Я ненавижу его. Мне кажется, я его хочу убить. Ой, ё-моё. Что происходит-то, а? Нет, я не. Так, мне это не нравится уже. Он ее убил? Вот-вот, что-то не очень понятно, что происходит. Какая же ты падла. Все, улетает куда-то на обратно. Да я вижу, что оно улетит, летит. Вижу, вижу. Наверх? Блять, это что нахрен такое? Ну, сюда показывает, хорошо. Давай посмотрим, что здесь. Ой-ой-ой-ой. Три кадра в секунду, какая прелесть. Вот сесть туда не хватало. So зажги нахрен. Да-да-да. Да ёбана. Вот это накрывает тебя. Кто это? Это кто? Алло? Томас? Ты кто такой нахрен? Какой-то бандюган. Музыка тащит. Ты вообще кто? Все застрелится нахрен. Отпад часы. Что написано? What? Чё? Yes, I know. No, I need to be sure.
Это, походу, Томас, да? Только где он, я не понимаю. You want what? Fuck. Черт, говорит. Только не совсем так, да. С кем ты болтаешь, ублюдок? Кто там? Что за нахрен? Look who finally decided to let me out of my cage. Охренеть, Твин Миррор. And only when you need my help. Surprise. Surprise. Okay, you know what? I'm not in the mood. Just tell me what you see. Come on. Come on. Yes. I can feel it. Okay. It's around here. Ну это точно Томас. Oh, well, that's real fucking specific. Hey, I'm trying to help here. You know, sometimes I wonder. Well, it doesn't make it easier when you keep me in the dark for so long. Oh, Christ. Thanks for that, by the way. Hell of a way to treat your soulmate. Замечательная душа у тебя, хочу сказать. Damn it! There's nothing here. Есть, говорит. Really? I'm never wrong about these things. You know that. Опа, вон что-то лежит. I should have known better than to listen to you. Но сейчас заметит краем глаза. What? There. Нашел. What? Обернись, сейчас скажет. За зеркалом? Yeah. За картиной. Что-то жесть какая-то творится, вообще непонятная. This is it. Okay. Сейф? Ой-ой-ой. Ё-моё. What? You building tension? Grab the fucking thing! Would you shut up? Альбом какой-то или что это такое? Кто ты такой? Okay. Кроме того, что ты Томас. Хотя какой же ты такой молодой, Томас, но не знаю. It's like he's obsessed. Что тут жесть творится какая-то стрёмная, капец. Печаль она еще говорит. Это Томас, я понял. Ричард он впустил и помешался на печали, которая Лилиана. Что вот он только с ней сделал? Вот что он сделал с ней? Мне кажется, изнасиловал, да? Раз в нем проснулось там что-то, блядь. Урод. Keep it together. Think. What do we do now? Короче, замочил Ричарда, судя по всему, да? Easy, Tiger. Remember what's at stake here. Just let me do. Полегче, тигр, он говорит. You better do it fast. Cause if you don't... Потому что иначе я сам с ним типа разберусь. Да-да-да. Короче, это Томас. Он пустил Ричарда. Заботился вроде как о нем. А Ричард, бляха-муха, совращает маленькую печаль. Охереть! Старый развратник, ублюдок, тварь, падла. Алло, мы куда? Томас, ты куда пошел? Что это за... Ой-ой-ой, какой ужас. Страсть какая. Томас. I wasn't expecting you. Is everything all right, my friend? В полном. Did you do it, friend? Did I
What? My daughter. Ой-ой, это My еще... Ух ты. 13-year-old daughter. I entrusted her to you. Thomas. Ну я бы его грохнул. You do it! I don't... Вот урод, а? Forced myself to look through it. Cover to cover. Every single fucking page! Ну убей его! Я разрешаю. Thomas, please. Tell me I'm wrong, Richard. Tell me, and I'll let you go. It wasn't me, Thomas. You have to understand. А кто это был? There's a sting inside of me. What? Shut up. На нахрен. You have to believe me. I wanted to die. О, да. I'll make it quick. Thomas, I'm so sorry. She's my daughter. I never wanted any of this. Да всем похрен, а? What you did? Knowing she's here, knowing what she means to me, Thomas, I swear. Не уедешь, ублюдок, тварь, падла. Wait, what you? No, let me out. Let me out. Let me in. Вот это мясо, а? Ну, я Томаса прекрасно понимаю. Ой-ой-ой, что происходит? Фу. Хентай. Томас. Впустил, хорошо. This cancer has spread far enough. Time to cut it out. Это типа плохой Томас, но на самом деле, ну не знаю, насколько он плохой. Так, короче, ой. Добрый вечер. Самое время. Освободите Ричарда от его демонов. Я сейчас... Ох, как хорошо. 60 кадров. Всегда бы так, а не 20. All right, Richard. This is your world. Show me what you're hiding. Бляха, какая жесть, а? Господи, какая классная игра. Мне так нравится. Is this where it started, Richard? The place that broke you? Made you what you are? Это что за хрень? Нажмите, удерживайте, чтобы парировать от... Хренась. Легко. Изи. Dark Souls. Парирование. Тебе даже не нужно... Бежать мы... Thomas. There's something here. Ну, сейчас посмотрим, что здесь. Охренеть, мясо. Ну, рассказывай, Томас. Душа, точнее, Томаса. Но этот ублюдок больной, конченый на голову, блядь. Жена, главное, умерла, а он 13-летнюю девочку. Охренеть. Something terrible happened here. Старый урод. It changed Richard forever. No! What the hell? Это кто? Leave her alone! О, Бернард? This is it. Richard's big ugly secret. Ладно, сейчас будем разбираться. All his demons. Особняк. Ну, резидент. Просто вообще. Вижу. Something's not right. Да я понимаю, что something not right. Наверх мы не хотим, хорошо. Здесь я. И тут-а.
Сюда мы не пойдем, больше у нас никаких кнопочек нет. Бежать мы можем? Томас. Хорошо. Рассказывай, что это такое. Опа, очки. Нож отца. Ричард, ну... Your father forgot his knife. You'd better go and bring it to him. All right, I'll play along. For now. Ага, это, бля, отца говорю. Это, опачки, дверь открылась. Это нож отца Ричарда, вот оно как. Я все, опачки. А-а-а. Может быть... It's your lucky knife. And now it's yours. You'll need it. I'm leaving tomorrow. What? No! Блять. Where are you going? The army is heading out west, and I'll be going with them. Урод? No! I don't want you to go. Быстрее. I don't want to go either, son. But sometimes what we want isn't what's important. Do you understand? Нет. Если тебя не призвали, нахрена ты ушел, придурок? Конченая семья. Take care of your mother, Richard. You're the man of the house now. Ну бред. Бред, вообще бред. Его никто не призывал, он взял и свалил. Открывай ворота. Ну что-то такое, обойти что ли нельзя? Сейчас обойдем. By the sweat of your brow. You shall rise and you shall fall. А батя-то походу вернулся, судя по всему, да? И уже Ричард такой подросший вполне. Я-то думал, что батя, короче, все. Отъехал на войне, но нет. Судя по всему, нет. Ладно, письмецо давай читать. Ага, нет. Да-да-да. Это все, на что хотел тут посмотреть? Серьезно? Такой огромный бляха-муха стол. И одна трубка. Вот тогда. Ну я рад, что духовный этот. Я нажимаю Space, ничего не происходит. А все почему? А я не знаю. Не работает Space там, если что. Не работает. Может как-то здесь? Нет. Духовный, сука, взрыв. Ну надо же, наверное, запитаться чем-то. Я правильно понимаю? Все еще осматриваешь? Но я не понимаю, что тебе надо. Хоть убей. Духовный, говорят, взрыв. И что? Нечем взрывать. Хоп-хоп. Спейс не работает. Алло. Может, это у меня спейс забаговал? Я не знаю, сейчас будем смотреть. Господи, опять меня осенило. Осенило меня просто. Ну, красавчик. Ну, красавчик, у нас же с вами есть интуиция. Какого хрена? Я же еще говорю, ну неужели... Опа. Сгорело, камин. Есть же куча. Что такое? Блять. Страшно. Впитывай. Конверт. От лица руководящих органов Польской Республики выражаем вас и глубочайшие соболезнования, если скажет лейтенанта Тадеуша Тарковского. Опа. Он погиб, сражаясь за свободу, независимость своей родины. Я понял, короче, мистер военных дел. В неоплатном долгу, надо же, какая прелесть. Гроб, охренеть.
Ни хрена. Сейчас как ебанет. Бам! Офигеть! Офигеть! Fallout 4, я себе так же сейчас закрыл лицо. Ё-моё! Оп, какая красота, боже ты мой! Надо же! Ну и все, я-то думал, что батя там его растлил в детстве, вся херня, а батя-то как раз почти что нормальный мужик оказался. Почти что, нахрен он ушел, если его никто не призвал. Ну, баран, олень. Okay. Стоп. Я понимаю, что мне туда, но я хочу пойти сюда. Ага, то есть вот так. Тут либо ни хрена нет, либо мне пока что рано сюда идти. Come on, Richard. My arms are getting tired. Almost done. Кто это? Ну какая-то девочка, хорошо. Да не надо. Валим. Чем быстрее, тем лучше. А быстрее не получается. Ох, Томас. Ну, я не знаю, Кастелланос бегал быстрее. В первом заявил Визин. Ну, серьезно. Кастелланос очень хорошо бегал, судя с вами всеми. Правда, недолго. Но это не важно. Можно было его начать. Да подожди, у меня тут еще куча этих. Слоупок, да. Покемон! Как я ненавижу эти лабиринты, вы себе не представляете, кто. Не понял. Нормальный ребенок был, мать твою. А стал каким-то ублюдком. Ну и правильно, что мы его замочили нахер. Ну или, по крайней мере, попытаемся это сделать. Something very important. Письмо какое-то. Может, возьмем с собой? Ладно, скорее всего, нам еще об этом расскажут. Боже, это непроходимо. Какого хрена? Мне кажется, я здесь... Да. Нетушки, пойдем сюда. Походу я заблудился, все. Они где-то вообще, то слева, то справа, не поймешь их. Но вот сейчас вообще-то справа и направо мы пойдем. Ух ты. Бляха, какая красота. Прекрасно. It's a big one. We should probably go. Same spot tomorrow? I'll be there. И кто-то из них не пришел, и все, и началось. Ох, бля. Fallout 4. Закрываем лицо рукой. Ох ты, добрый вечер. Cute, Richard. Real cute. So, where do we go from here? Чё за херня? Ладно, дальше поехали. Ну, батя, все. Батя дебил. Зачем он ушел? Олень. Все, я так понимаю, сейчас дверь закроется кинематографично. По крайней мере, у меня теперь есть. Или нет? Открыто здесь? Бахнуть нечем. Бахнуть нечем. Плохо. Плохо. Может, что-нибудь еще как-нибудь там подзарядиться? Нет? Я не вижу, куда тут можно пройти. Абсолютно. Не работает интуиция. Интуиция не работает. Наверх? И не наверх ни хера. Значит, что-то я все-таки не сделал. Правильно я понимаю или неправильно? Давайте поищем еще разок. Я помню, что часы вроде как там что-то с ними было. Ну что, я больше ничего не вижу. Все. На этом, кажется, все. Господи, как сложно, а?
Но здесь оно что-то хочет. Что-то хочет. Никакого эха, ничего нет. Честно я говорю, что с этой комнатой я думаю, что все, покончено. Но бредятина какая-то. Какая-то бредятина. Давайте попробуем использовать интуицию в коридоре. Ну все, тут больше ничего нет. Абсолютно. Валим нахер. Нахрен валим. Нет, 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 нет. Что-то тут... Ага, ну есть, но он уже не хочет обращать на это внимание. Ну не хочет, и ладно, там письмо валялось. Он вообще уже все. Здесь все. Давайте, давайте. О, нет, показалось мне. Может быть куда-нибудь сюда? На выход? Опа, ни хрена себе. Где я? Это выход? Я ни хрена не вижу. Вот вообще ничего не вижу. Абсолютно. Абсолютно. Бляха, почему так... Управление, конечно, такое кривое. Ну и все, приехали. Я не знаю, куда идти дальше. А, бля. Ух ты. Так. And he would be so proud of you. But sometimes, a brave heart is just not enough. Хорошо, мамаша нашла себе хахаля нового. Все понятно. Ну, я ее понимаю. Пока что я понимаю здесь всех, кроме, блядь, Ричарда, который совратил 13-летнюю девочку, ублюдок, тварь. Hey, come here. I need you to do something for me. Ага, вот значит какой урод он. Я понял тебя. Подождешь, ублюдок. Дай взглянуть, что тебе надо. Блять, не хочет. Че ты хочешь, ублюдок? I need you to bring me that thing. You know which one. Yeah, real specific. Да не важно, давай посмотрим, что тебе надо. Ни хрена нет. Короче, я понял. Офигеть, мамаша, ты нашла себе, конечно. Но теперь я ее не понимаю. Ну, дура дурой. Книга. Объединить, говорит, можно. Сейчас, короче, я буду ему не то тащить, и он будет нас очень жестко либо пороть. Но это не работает. Это тоже не работает. Все, давай. Сейчас скажет, нет, это не то. На. Hurry up! Oh, what? You want a bedtime story? I'm not your goddamn mother. Как тебе такое, да? Офигенный этот, отчим. Супер. Мне нравится. Ну? Ну, это батя и мать. Хорошо. Да, попробуй принеси. Ага, он сейчас... О, ну вот же бухло стоит, нет? Ну давай, ладно, приколы ради положим. Сейчас он меня так, короче, отхерачит, скажет, это твой папочка, подохший. Вот-вот. Well, ну капец. Ну, я же там и говорю, что вот этого урода я бы точно как кастрировал. Ой, бля. Во, это да. Вот это, конечно. Это мы за здрасте просто, да? Ублюдок, тварь, падла, ненавижу. На. В смысле? Блять, не успел. Не успел. Ну да ладно. Пошел в жопу, тварь. Ой, он меня убивает. Все, научил меня. Ну, отходи, отходи, Томас. Какого хрена? Ну вот же что-то есть. Почему ты не хочешь это взять? Ну что-то же есть. Есть. Какого хрена? Извините. Хрена. Все, там больше ничего нет. Урод. Хорош. Блять, серьезно? Малой, я понял. Охуенная у тебя отчим, бать, слышь? Красава. Закрыто. Очень вообще топовый. Всегда мечтал о таком.
Ой-ой-ой. Это зачем? Открылось, хорошо. Но там же было что-то еще. Почему-то не подобрать бы это. О, вот-вот-вот. Вот-вот-вот. Неужели это теперь понятно? Да, хватит. Сдохни, тварь. Подохла. Как вы вообще выбираете себе хахаль, я не понимаю. Потрясающе просто. И оба на свет. Лучший отчим на свете, супер. Так, рассказывайте. Чё? А, я понял. Все. Все, это биполярка. Она? Так, Fallout 4. Ух, какая. А, уже не красота. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Ричард! А кто это? Это какая-то хорошая девочка, судя по всему. Первая любовь, наверное, да? Там сколько им там лет? 13, наверное. Столько же, сколько и... печали. Опа. Вот так вот. Ласкодонка. Идти надо. Ричард, where are you? Ну вот, вот так вот. Оставила его там, хотя она же не знала, да, наверное? Hello? Ау. Нет прохода. А здесь есть проход. Пойдем сюда. Не понял. Я круг, что ли, сделал? Ричард, как... come out! Где я, ё-моё? I'm sorry. That's all I could bring. That's alright, Richard. It's more than enough. Пол бутылочки, короче. Раньше было больше. Два кусочка хлеба, а не пол буханки. Да. Да. Don't worry. I'll keep you safe. I'll keep you safe. Что это за звезда Давида или что это такое? Ожерелье какое-то офигительное. Ну не знаю, ладно. Что-то капец. Да. Ну, Томас, шевелись. Шевелись, плотва, ё-моё. Ну, отталкивать ее глупо. Да, офигенно. Но сейчас-то мы дойдем до этой беседочки. Да, должны дойти, конечно. Сейчас он ее порежет. Псих. Окей, Ричард, I get the picture. Doesn't change a goddamn thing. Конечно, ничего не меняет. Ублюдок, ты конченый. Если ты... Ну, наоборот же, блядь. Ну, какой-то конченый, реально. Я его убил бы все равно. Все равно. Быстрее. What's going on? Listen to me, Richard. Listen to my every word. Some men come to our house tonight. But why? What do they want? It's okay. I told them to come. Ну дальше, дальше история. The hell is this? No, stay away from me. Stay back. Хорошо. Раньше надо было это сделать. Get away from me, you bastards! No! No! Хорошо. No, please don't. Отлично.
Прекрасно. Это мне нравится. Сразу бы так. Чердак. Койка какая-то. Any son of Poland who collaborates with the oppressor. Че? Предатель! Коллаборатор! Трейтор! Спокойно. Who steals from, denounces or otherwise acts against his compatriots. Перед домом слева прямо у реки, перед ним старая вишня, они прячут их в кладовке под полом. Иногда их выпускают размять ноги, обычно ближе к вечеру. Некоторые из них даже выходят, вероятно, после еды. Лучше всего приходить ночью. Короче, она сдала его. Типа, как он какой-то предатель. Правильно я понимаю? Или как это работает? Стоп. Стоп, 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 стоп. Как я заметил тебя? Краем глаза прям. Вот эта хернюшечка. А, еврей! Этот ублюдок был евреем? Круто. Гребаный еврей. Совершенно верно. Томас, я с тобой полностью согласен. Полностью. На нах. Бум. Ну красота. Красота. Чё? This is getting tedious. Rose, where are you? I'm sorry. Ты что наделал уже опять с ней? Ну-ка, рассказывай, что тут? Тут уже ничего нет, да? Что это? Бутылка пустая. И хлеба вообще нет. А, она была еврейкой! Она, судя по всему, была еврейкой, да? Ёлы-палы. Еврейский этот. Звезда Давида. Да понятно, и так было. Выход нет. Скоро рассвет. Куда дальше, я не понимаю. Тут этих проходов, бляха-муха. Я не вижу, где, куда. До свидания, тварь. Сюда пошли. Там корни, поэтому пойдем сюда. Да ладно, тут тоже некуда идти. Алло, вы ч... А, слава богу. Я уж подумал. Ну, ненавижу лабиринты. Да, конечно. Так, ну тут либо ее схватили, либо... Тут либо ты что-то накосячил, либо ее с... Ой-ой-ой, либо ее схватили, да? Оп, круто. Нет, не круто. Проснись. Она что, умерла с голоду, что ли? Охренеть. Ну и дальше куда? Ну, господи боже. Как сложно-то, а? Ну все, труба. Как быстро ты побежал. Хорошо. Что да я понимаю. Ага, сюда нет. Ладно, хорошо. Ух ты. Свет в конце туннеля. Вы это кто? Ну давай сюда. Опять что ли? Я опять здесь? Сдохните. Не говори мне, что я опять сел гребаный круг. Алло, ну не надо. А, блядь. Где тут выход? Ну капец. Здесь еще не был. Туда и нельзя. Офигенно. Ой, это я долго сейчас буду бегать здесь. Что там? Показалось? Будто бы можешь что-то нажать, но нет. Давай сюда. Опачки. Какая прелесть. Ничего не понятно. Ну, пойдем. Да ладно тебе. О, господи, опять тупик. Ой, я сойду с ума с этими лабиринтами. Ну, зачем это делать? Зачем? Пошли обратно. Пока не найдем нормальный путь. Хотя мне кажется, что то правильный был путь. Не знаю. Не знаю, не знаю.
Ничего не знаю, ничего не понимаю. Где я вообще? Куда бегу? Непонятно. Тут некуда. Я уже все посмотрел, абсолютно. Ну ладно, вот эту херь можно убить. Может, надо их всех перемочить? Это я с радостью. Сдохла тварь. Ну все, тут мы посмотрели на все. Розочки уже нет. Печально. Печально, печально. Дальше некуда. Да охренеть теперь, а? Грибы? Можно на них глянуть? Нет. Ну и ладно. И не надо. Больно надо. Так, ну тут одна тропинка нас ведет, вот очень хорошая. Но дальше-то некуда идти, там опять эта вся херь. По кругу ходить, ну такое себе развлечение. Пошли обратно сюда. Вот тут он не бежит, такое чувство, будто что-то есть. Тут есть сюда проход, который мы уже тоже видели. Ну видели, видели. Хорошо. Дальше-то куда? А-а-а. Открылся проход дальше, господи боже. Ой, да. Тяжело. Тяжело, когда тут ходишь, ходишь, бляха, муха, что-то открывается. Ну это бред. Сдохни. А он не подыхает с первого раза. Этот тоже не подох. Ну и ладно. Где? Вот она, наконец-то. Ой-ой-ой, это что там такое нахрен? Что это за гору? Даже больше, чем горы на две руки. Кто это? Вот-вот. Говорит нам маленький Ричард. Чё? Чего? Роза? Что происходит? Где? Я вижу только какую-то большую херь. Чего, блядь? Ну-ка раз. Лили. Сейчас будет больно. Да? Чё за херь? Какого рожна происходит? Открывай. Обалдеть вообще. Обалдеть. Да, ой-ой-ой. Только не надо мне говорить, что я сейчас эту херь должен буду убить. Это печально. Это нереально, вы шо? Посмотрите на ее размер. Ну а если только Томас сейчас как херанет своим супер-пупер зарядом, вот это будет эпично. Да, я понимаю тебя. Кто это там? Ричард, это ты? Старый, сука, развратник. Сейчас мы тебя грохнем, тварь. Ну-ка на, ублюдок. Сдохни. Это такой маленький ублюдок был. Очкарик, сука. Help. Somebody. Please, help. Over here, kid. Please, mister, I need help. The monster, it's after me. Monster, you say. And what does this mind like? Sir, there's no time. Hurry, we have to get out of here. It's okay, Richard. Why don't you take a moment to catch your breath? Do I know you, mister? Нет. Are you one of my stepfather's friends? No, kid. I'm not planning on making any friends here. I'm here just for you. What? No! Don't come any closer! Don't touch me! I'm sorry, kid. I know you tried to run, to hide. Get your hands off me! But as long as you're here, the beast will always find you. Richard.
overwhelming at first. Thomas being like me, but different somehow. I guess I don't have to tell you. Так, вот это уже нехорошо. Это Япония. Не надо нам такое. Не надо нам такое. Вставай. Thomas? Who the hell are you? Beast. That's what he hunted. О боже. Ты кто нахрен такой? Алло, ты кто? Ой-ой-ой-ой. Боже мой. Урод. Значит, тебя надо убить. Like the girl who suffered because of you? The one you preyed upon? She came to me. Да, 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 расскажи. She had nowhere else to go. Where was her father then? Where were you? Oh, shut up! Stop acting like you ever cared about her! She was the light of my life. The warmth of my soul. Your soul has brought it away. There's barely anything left. No, it's just your sins. I almost feel sorry for you. You're nothing. I am. Aren't I? He ripped me apart. He burned me down and left me in the dark. He's a fiend. A monster. Наоборот, нормальный мужик все правильно сделал. Thomas, what is he? Брат, походу, твой. Butchers the soul, the one who breaks it. But you, yes, I know you. You can set me free. I can feel it. Please do it. Что you don't deserve it. You deserve nothing. Nothing. Do you hear me? Then give it to me, please. To not exist. That's all I want. Охренеть. So be it. You think she'll ever forgive me? Will you? I'm not your judge. I'm just the ferryman. Be gone. Расинган. Это как понимать сейчас? Ну, перед Расинганом никто. Вот-вот-вот-вот. Какой Red House? Охренеть. Охренеть! Что творится, а? Was I a part of the puzzle? This man, Thomas, was he part of my own past. Я же говорю, братан твой, походу. Да по-любому, брат. Все, Ричард отъехал, слава богу. Ублюдок, тварь, падла. Something clicked. Че щелкнуло-то в твоей голове? That girl. Лилиана сейчас скажет. Ой,
Это я, говорит. Ладно. Ну хорошо. Дальше что? Черт, говорит. Whatever it is, I can feel it out there, like it's calling out to me. There, in the woods. Из лесу, из-за гор, блядь. Дай сохранение. Спасибо. Ух, это было жестко. Это было прям вообще жопень. Спасибо всем, кто смотрел, это был Медиум, хватит. Хватит на сегодня этой мрачной жести вообще, грёбаный Ричард. Охренеть, охренеть, что делается, что происходит. На канал подписывайтесь, лайки ставьте. Очень рад всем новым подписчикам. Всем удачи, всем пока, увидимся уже совсем скоро.